Где вход в мир? Походи. Сейчас я вспомню, какую кнопку нажимать. Я не хочу. Открыто. Открыто. Я сейчас, мне надо душ забрать. Заберу душ и присоединюсь. Ты еще что ты торопил тогда? Вот что ты торопил? То в баню, то в душ. То ягуар допить, ты уж определись. Ты... А где мой телефон? Телефон мой где? Вдохнуть вместе благодать, окей. Попробуй через стол. Не, серьезно, где мой телефон-то, Кирилл? Веселый елдин начинается. Да. Если солдат сказал, что не брал, значит уже не вернет. Слышь, позвони мне. Позвони. Он же где-то есть. Позвони мне, ради бога. А я его вроде донесла. Ключевое слово вроде, ну. Ах ты ж, сука. Да неправда, где-то тут должен быть. А он меня сейчас опять убьет. А, где? Все, я нашла. Да, пьяный Элден Рингец, джойстику не та, не о, Таня, стоп. Ну да. Не соляной, правда, но тоже неплохо. Учти, не бревно и не куст. А ты горшок. Вот тебе. Я горшок. Вот мат. Горшок пустой, в нем секрет, постой. И я горшок. О. Так. О, ты что? А, это плитка, которую ты не поклал. И потому горшок пустой. Ой, все, посмотри назад. Гораздо выше ценится. Это ты творишь или кто? Нет. Ой. Тут большой мудак. А че он вдруг? Откуда он там взялся? Все, я нашел. Ему завидно. Я нашел выход, все нормально. Блять, ты-то откуда тут взялся? Сука, умри. Ань, телепортируйся, пожалуйста. Куда? Наверх. Там малая башня у Виадука. О, попал. Малая башня. Чё мне не работает? Так, а может пойдем вломим этому уроду? Ты как-то потом... не работает? Что? Ты чай допиваешь, что ли? Да. Я слушай, мне не работает карта. Рэ, нажми. А, у тебя геймпад. Нет. Кстати, я, а у меня тоже. Кэмп не работает. А потому что мы вдвоем, отойдите подальше. А, этот. Или на костер сядь. Ладно, сейчас сяду. Я сел. Открывай. А куда надо тэпаться, говоришь? Над нами. Север ущелье? Малая башня у Виадука. А, справа. Да. Понял. Кирилл ждать не будет. Ну да, действительно, зачем его ждать? Там это, помнишь, деревня дураков? Да блин, он опять атаковал. Собака. Не успел я. Ну, я все. Хорошо сегодня посидели, Карма. Так, естественно. Люди-то знаешь, все знали друг друга. Угу. Не совсем, но я справился. Привет, Ань. Ну, туда. Я грузюсь. Я загрузился. Догоню. А даже Кирилл, ты не пьешь, мы не ходим. Да подожди, Кирилл тут нет. Уже два раза ходили. Ленаром-то я знаком, вот с женой его я первый раз вижу тоже, да. Зато почти спал, поболтали хорошенько. Да? Ну, мне кажется, да. Тема сплава продвинулась. Айда с нами, Кузьмич. А вы как раз, когда я ушла про псов? Да. А, да-да-да, мы как раз проговорили эту тему. И чё?
Ну, пошли на спав. Два катамарана, как я и говорил. Я правда, единственное, верю, что я Линару сказал, что типа, ну, плацов, скорее всего, будет больше. Да, говорит, не надо никого лишнего, я говорю. Это не лишнее, это все Катя постаралась. Ну вот. Ну, в смысле, у нее помимо нее трое грибцов. А, в этом смысле. Да. Рабы. На галерах. Я говорю, зря что ли рожала, пусть грибут хотя бы, да? Жестоко. Реально, ну, рабы на галерах. Так, минус вот. Хрюк. Лови хрюков. Я жду на лифте. А что с духовный камень? У хрюшек есть духовный камень, у них есть духа. Духо. Этот сплав, это, конечно, все замечательно, но мое здоровье мне это не простит. Ой, да хорош. Вот просто не хорош. Надо спать под открытым небом у костра и все. Не простит. В палатку залазь, как нормальный человек. Дело не в этом. А не вот это все. Дело в этом, блин. Нет, дело не в этом. Дело в этом. Я не буду с тобой спорить, ты бухой в говне. Ой, ты как будто трезвый. Да. В отличие от некоторых, я не шляюсь по всяким сомнительным притонам. Ну и что? Все дело в этом. Старый дед. Да. Ой, блин. Да, даже по сомнительным притонам не шляется. Вот смотри, безобразие. О, я думал, я пьяный, я так кельмишу, но... Давно вообще чё? Я что-то сбоку там как-то очень интересно атаковали. Я додумал, ну, меня прикрывают, а оказывается никто меня не прикрывает. Я писал в чате. У нас речи гавкает на улице. Думаешь, это плохо? Не знаю, не уверен. О чем? Пусть гавкает на улице. Кто сел на костер? О, понятно, ну конечно, да, кто мог еще сесть на костер? Меня сейчас тебя убьют. Да, меня из-за тебя убили. Да не, тут не из-за меня. Говнюк. Да. А почему я здесь опять? Ну что, перемещаюсь. Так, а где тут рычаг, чтобы наверх этот лифт открыть? Никакого колпа. Каждый сам на себя. Ну, я вообще в памяти. В смысле? Ты на костре? Нет. Тань, тебя ждать? Вон, я тебя вижу, ты сюда идешь, вроде бы. А я тебя не вижу. Босички, сколько мы перекрошили. Ты чё там? А? Тань, ты где? Ой, что спину? Я тут отвлекся. А, меня что бьют? Таня, ты куда-то не туда ушла, похоже. Извините. Я тебя вижу, но ты куда-то... Да, ты меня видишь? Здорово. Я вижу твою отметку на карте. Я тебя спас. Ты где? Альна в компьютерные игры не играет, да? Какой молодец. Да, не то что мы задроты. Чё, компьютер? У меня сейчас стройка. У него сейчас тройка. Вообще он играет? Он играет в сталкер. Сталкер? Блин, ну Тарков же прикольный реально сталкер. Ну вот. Ну да, ну тут нужен комп помощнее. А что, для сталкера нужен комп? Для сталкера нет, для Таркова. Для сталкера, да. Он играет в Stalker Anomaly, который с модами, со всем этим. Ой, я помню, самый клевый мод для Stalker был, по-моему, назывался AMK-мод. Он обратно называл все оружие, как оно должно называться, по-человечески, и менял модельки. Там же в курсе, да, создатели Stalker, они не проплатили лицензии за все это оружие, короче. И все оружие у них называлось по-другому, а то, которое называется не по-другому, ну, точнее, там все называлось по-другому. Плюс еще переделаны модельки. То есть самая частая тема, это они переставляли рукоятку затвора, так же как в Counter-Strike. Нам в эту, что ли? В дырку? Угу. В отверстие. То есть
у того же самого там калашника рукоятка затвора справа, и она, по идее, если у тебя типа сам автомат справа на экране, то ты не видишь, как она дергается. Вот. И вот, типа, создатели сталкеров, типа, ну, говорит, окей. Во-первых, сделаем две вещи. Во-первых, мы будем видеть рукоятку затвора, что типа прикольно для геймплея. А во-вторых, еще и это получается уже не точный автомат. Это уже типа не реплика, это вообще мы сами придумали, подумали, что по мотивам. Так что типа можно. Вот так они обходили эти лицензионные соглашения всякие. А так я до сих пор помню, что там MP5 там был гадюкой назывался. АК там, по-моему, КА или что-то такое, короче, там прям похоже было название. Вот. Но я играл с МК-модом, где они обратно восстанавливали модельки как настоящие. И этот. Название возвращали. Карен, так понимаю, нам скакать по этим. Нам же не скакать направо? Нет. А, ну ладно. Ты так на этот столб побежал? Уверенно. Что ты ищешь? Вот. О! Слонявый. Ротенько. Запилили. Призрака можно было не звать. 1000. А ты, кстати, Кузьмич, еще не пробовал эту? Кого? От Стима, типа, дополнение, запись игры в Steam. Не, не пробовал. Нахер ты по старинке... Ну, не знаю, может, типа, как-то удобней. Ты я просто... Ты вроде видел, что ты какой-то сторонней программой пользуешься, а сейчас, да типа, нет. Не так давно вышло обновление Стима, что, типа, ты просто стимовскую игру записываешь, там, типа, прям все эти тоже, и... инструменты для монтажа, там для всякой херни, короче, там типа добавили. Записывал не так давно я было. NVIDIA-ской. Ну да. А Steam-ской не пробовал? Нет. А зачем? Пробую. Нифига вдруг не понравится. Одно и то же. Не, не знаю, может Steam вдруг. Посмотрим. Глянем как-нибудь. Наличие опять гавкает там что-то. Ну да, это. Ну все. Больше всего меня радует, что у меня обратно. Небольшой прирост ВКонтакте с этим Дзеном произошел. По крайней мере. Дошел до минимума. Там хоть статистика стала нормально отображаться. Куда идем? Руины Рауха опять. Восток? Руины Рауха Восток? Верхнюю часть зачислили, все. Подошел, посмотрел. Не бьется горшок. О, а сейчас этого что ли бить будем? Того. Топонога. Ну тут можно подобрать мосту эту товарищу. Сверкающую росинку. Ой, ебать, как на тебя. Ой. А, блин. А, он так долго держит. Нифига себе. Эй, что-то... По-моему, это надо на скотине проскакивать. Да. Не забудьте подобрать душу. Ну, бывает, чё. Сейчас я кое-что еще попробую. Неинтересно. Альтов 4. Ага, похоже на то. У меня тоже загрузка зависла. Оу. У меня похоже.
Обидно. Глупый. Ой, все. Вообще нормальный человек хочет выходить куда-то из дома. Фу. Тут же так хорошо. Тепло. Слушай, с тех пор, как я перешел на удаленку, я наоборот начал любить выходить из дома. Ну, тебе не угодишь, блин. В офисе плохо, на удаленке плохо. В офисе плохо в первую очередь тем, что надо тратить порядка полутора часов на дорогу. Ну да, это основная проблема. А в остальном в офисе прикольно, то есть можно поработать там, не пообщаться. О, лучше не сначала... Да. Ты имеешь в виду, намекаешь на то, что лучше сначала душу забрать, потом умереть? Да, мне минус души. Окей. А я стою за щитом. Так, я забрал душу. Отдай свое тело, отдай. А что, тут нормально же по краям моста стоять? Вон он. Нет, он просто не на тебя целился. Да. На одном из Зинов, кстати, был дом кукол, если кто помнит. Да. Было клево. В 2008 году, я помню. И меня, кстати, тогда зарегали на Зиланд, собственно, парень. А я выдержал? Я пришел с армии, и хоба, а у меня зареганный пропуск на Зиланд. Я пошел на Зиланд. Да что-то Кир вышел? Слава, включайся. Мне походу опять Альтов 4. Да? А я тут бегаю. Включение, коннектинг. Ну кто-то агрит этого мудака, я появляюсь, сразу умираю. Ты, я не агрю его, я просто уже вниз прибежал, я же за душами пошел. Он так-то по мне стреляет. Как бы. Он сейчас в меня... Ну вот. Я появляюсь, сразу умираю. Эй, блять, в смысле? С одного удара? Хрена себе, это чуть... Чего же включилось? Ну вот, так далеко пробежал. Ладно, я у костра, я туда не иду. Так, чё там это, как там, соединяться, нет? Чё началось? Присоединись. Я почему-то не могу кто-нибудь присоединиться. Да они вообще ни на что не реагируют. Они там заснул, похоже. Нет, не спи еще. Пока. У меня почему-то подключение. Вот у меня подключение 2.2, коннектик, ничего не происходит. Тань, прими сверку. За мной берем стример. Да. Ну, выгони всех, потом заново открой, да. Потому что у меня не получается зайти. Выгони всех меня. Ну, кстати, на костре можно улучшить это. Благословение. Дрожь. 17. Я. Все открыла? Да. А, да, точно можно. Блин, я на дом кукол хочу. Охеревший от водки и кокаина путает след потаенные знаки. Ничего, я прохожу, не парься, завтра прозвездишь, перестанешь хотеть на дом куку. Все молчат и боятся собаки. Я продолжаю линию жизни тонким железом, да. Поскакали, блин, тонкое железо, ё-моё, сейчас опять орать начнете. Кто его сагрил, Гарри Гудини. Бегом! Гарри Гудини. Шевели батонами. Право спрыг. А где он? Будем, кстати, заново учиться ходить по небу. А он куда-то делся? Он встал.
губительных полос. Тем стал меньше, а вот появился. Был, где бы я не был. Иди на мой голос, голос иди на мой работу. Голос. Направо, направо, все время направо. Да дело не в том, у меня там души лежали просто. Нет, был забыт. Смотри, мы уже потеряли. Дальше куда? Тень потерянная. Раздайте знакомым прозрачные пальцы, тонкие вены, товарищ майор. Раздайте патроны. Интересно, я мне за это авторские права прилетят? Да. За это? Ну, кстати, да, если за это прилетят авторские права, да, это значит, что группа вообще все печально. Вензом до точки пульса. Там просто горшок, по-моему, надо сбросить, нет? Нет, просто вево. У него разве... У него простые ноги. У него простые ноги. О, ну пошли хуящи, куда нет. Я его бью. Ой-ой. Он вас бьет. Ой, а что там? А что не прыгаешь-то? Опа-два. Ай, блядь, пей! Блин, ты, сука, дай выпить бутылку-то, скотина! Я тоже сдох. Вы что, все сдохли, что ли? Я бегу. Он стреляет. Мимо. Ну, пока он стрелял, я его побил немножко. По пяточке. Почесал ему пяточку. Чертов псих. Бежим. Ну, убежал, смотри-ка. Эй, бляха-муха! Да пры... Да ёб твою мать, ну что такое, а? Что за заторможенная реакция, блин? Нет, главное, перед падением нажимаю уклониться, он уклонился после того, как встал. Зашибись, блин. Уронил. А чё толк? Я его уронил. Я бегу, бегу. Ибо нехуй. Убили, что ли? Да. А, всё совсем, что ли? О, ну ладно. Я хоть и выпил пиво, но я смог. Че, ждем всех? Там кто, где Таня? Таня здесь. Нам туда. Прикольно, обожженная трава так красным покрашена. Типа раскаленная трава. О, опять нора рауха. Ищите камушки. Камушки? Какие камушки? Ну, как там нарисованы прозрачные. Нам такие же нужны. Сначала я убью черепаху. Черепаха добралась до воды. Блин, надо вампирских работ поставить.
у меня прям так. А вы где вообще? Где там где-то убивали. А там что? Проход, другое место. А, точно ведь. По-моему, там надо. Да, да, там надо ломать наверху. Типа в другую сторону пойти. Короче, подписчики, ленивый Дмитрия. Скучно. Вводите. А, скучно уже, да. Давно уже. Вводите. Дом кукол, вампирское хороводное. Вот прям вообще. Я сейчас до сих пор все не могу из головы выкинуть, короче, этот, басовую партию вот эту вот. Настоятельно рекомендую, послушайте. Пьяный батя хуйни не посоветует. Ну да. Да блин, в нулевую вообще прикольная музыка была, в нулевые. Это сейчас уже пошло какое-то говно, короче. Это было четверть века назад, Кирилл. Да. Когда это альбом-то? Это с первого альбома вампирская хороводная, это на первом альбоме было. Да, была клевая. Там с кем-то воюет уже. Я понял, что я давно ее не переслушивал, прям охота переслушать прям. Бас вот этот уже клевый. Че это за побрыгушка? Отдай свое тело, отдай свою душу, отдай. Возьми мое сердце. Да другое. Возьми мою печень. Возьми мои уши. Я так одинок в этот час, что хочу умереть. Кстати, вот этот сороконож, который тут будет, вообще без проблем с тебя прошел. Мне некуда деться. Ой, мир я разрушил. А уши же отдал. Твой мир я разрушил уши. Уйди, сука. О, сука, убил меня. Хидор. Сука, куда ушел? Ну, куда он меня убил? Ну, он же, сука. Он тут барагозит. О, лифт нашли. Кир, тебя ждать? Да. Вроде всех А, нет, кто-то еще стреляет. А кто стреляет? Ебут! А это откуда взялось здесь? Он меня убил. Браслет аскета. Аскет, браслет. Ну что, на лифт идем или куда? Нет, сюда. А там что? Пиздец. А сзади что было? Пиздец. Ну что, в глобальном пиздеце? Угу. Чайно. Еще одна нарарауха. Вы где? Сударь. Здесь. Ауч. Я нашел пиздец. Нашел на свое приключение, блин. На свои вторые 90. На стане погибло, на втором позиции. А тут же еще птица, птица лапы, пидор будет. А, или вот он. Я тут не... Скотина. А где тут спицами-то будет? Спицами? Прах славного ду. Спицами это мы недавно в баре. Не, другое. А чё, кстати, Настя опять там же, в той же квартире, что ли? Нет. Почему опять в этом баре? Чё она там забыла? О, а вон хмырь стоит справа.
Где? А, вон, видишь, здоровый. Как он будет нас стрелять потом. Как будто посрать присел. Что-нибудь нашлось? Нет. А, по царшему хмыря помню, да. Ну вон он там, видишь, стоит в позе всадника. Да, место он, конечно, выбрал. Кирилл, надо Таню встретить. Дай свое тело, дай не свою дам. Душу, отдай. Бедная олень. За что я его... Мы бедные олени, никто нас не пасет. Бедные овечки же там были. Вот смотрю на это место и чувствую, как мне тут пиздюлей сейчас будут ломать. Ты где? Не знаю. Ты не туда, мне кажется, пошла. Хм. Меня никто не преследует. Чувак словил мордой стрелу огненную и даже не побежал за мной. Абсолютно презрительное отношение к лучшему. Таня, стой. Назад иди. Таня, стой назад. Нет, иди вот, иди на меня, видишь меня? Вот, иди сюда за мной. Чем ты вообще туда пошла? Мы там пойдем. Просто ходи за мной. Еще одна нога. Трави бобровов на всей земле. Точно. Трави бобров для всего блага. Спасай деревья. Не только длинное спасибо, а потому что платят деньги. А, так вот что они меня не преследовали. Конечно, не будет он стрелять, сам умеет скотина. Тут еще гребаная, как эта штука называется, я забыл. Да. Гниль, красная гниль. Поэтому тоже тут лишний раз лучше пешком не ходить. Да. Нам так мало было этой красной гнили. Белое пестрое вяленое мясо. Шапку грохнули. Твоя. Не жалеешь свою лошадку? Не жалею. Сраный таракан. Так. Я веселый таракан. А, нет, не бегу, не бегу. Она, видать, просто эвакуировалась. Справочник великого гончара. Великого анчара? А где анчар это? Великого анчара. Да. Вот здесь. А где он? А, во, вижу. Ага. Все, возвращаемся или что? Ну, ветерок не сломали, надо обратно на швед. А, это ветерок, типа, чтобы быстрее назад вернуться? Нет. А что? Чтобы попнуть в другую часть. А. Там еще лифт сзади какой-то был. Не обязательно в каком же смысле. Там еще лифт сзади какой-то был. Это нормально? Вот тут справа он остался. Нормально. Ладно. Ба, тебе нормально? Давай.
нами сегодня? 2, 3, ты 3 литра, 3,5 выпили пива, да, или там, всего. Хорошо. Ну, у нас не было цели нажраться, мы так чисто чуть выпить. На человека, если что. Один вообще. Просто уточни. А то будут просто подписчики, пусть ничего стебаться над нами. 3,5 на 9 человек. Будут. Ну да. Мы стоим как эфира. По полстакана на человека получается. Ну да. Вот. Авторитета заявляем. На всех нас, в том числе и на Таню, было по 3,5 литра пива. И на Таню? Конечно, а что Таня лизнет, что ли? Не, ну так-то может быть. Но это тут ни при чем. Тане понравилась идея поменяться пивом по кругу. Вы еще это пиво по кругу пустили? Да. Мы тебе предлагали поучаствовать в нашем мероприятии. Да ты что, с ума сошел? Я бы вам там все настроение испортил. Так смотри, какие счастливые, довольные пришли. Нет, вообще не счастливые. Почему не счастливые? Мне понравилось. Кажется, у Тани отходняк. Нет, Таня встретил Настю, и они еще пили. Без нас. И курили. А тебе говорил не курить. Да блин, пиздец, нихера не вижу. Ёбаный автотаргет. Собаки, которые кругали, а вокруг тебя нарезают, блин. Из-за этого автотаргет прыгает постоянно. С одной цели на другую. А здесь что хорошо? Здесь через справочник. Все. Без справочника. А камушек где? Я не помню. Ну и хуй с ним. Ну вообще, наверх можно забраться без него. А вас тут тоже или нет? Нет. Ну куда вы мчались-то? Ой. Вниз. Опять эти, блядь, каракурты, блин. Суки. Какой низ? Вы где, блин? Люди добрые. Да. А, кирилловские лимончики. Блин, ты мне не очень. Чё? Ты на ветеринарке учился? Угу. А вас учили лечить пауков? Угу. Серьезно? Угу. Прикольно. Ну типа есть же домашние пауки, которых держат, у них тоже болезни, да? И... Угу. Прикольно. А как лечат? Там же их укол не воткнуть, там же хитиновый панцирь. Тапком кирилл. Там все есть. Там все есть. Укол и все есть. Прикольно. А я не знал, кстати. Вот реально, что-то мне сейчас подумался, а как реально, вот есть же, типа, люди, которые держат пауков, а их же тоже, наверное, чем-то болеют и их как-то лечат. Как лечить их, Харн? Таня мило. Кажется, Таня уже слишком хорошо. Харн, как лечить пауков, расскажи мне. Берешь и лечишь. А как лечить пауков? Чё тут непонятного? Приходишь к пациенту, смотришь, какой у него паук, покупаешь точно такого же, по-тихому давишь больного, блин, заменяешь. Чё тут непонятного, блин? И говоришь, да, стоимость приема, да, равна цене нового паука, плюс еще себе навар, да? Коэффициент, да, небольшой. Чё тут непонятно? Всё логично. Это ж паук, кто их там различит, блин. Карл, как лечить пауков? Давай говори.
Это настолько, скажем так, нелокально, ну, мало популярно. Не, ну понятно, ну просто типа собачки, кошечки, понятно. Ты берешь таблетку, засовываешь в глотку, держишь там, чтобы пока. А у паука-то как эту, блядь, хуйню, блядь, заставить пропить таблетку, хуй знает как. Опять-таки укол, у них там, блядь, повсюду, сука, хитиновый панцирь, блин. Как их, блядь, лечить, если они заболеют, пидоры? Ты чё, Гоша заболел? Не, мне просто, мне, я не знаю, что-то, видать, под пиво, но что-то подумалось, а как реально пухов лечить. Вот этих вот встретил арахнидов сейчас в игре. Думаю, вот мы сейчас похерачим, а как лечить-то будут? А то и в зоопарк же их, наверное, как-то лечат, на самом деле, если там их что-то вдруг станет. В зоопарк не особо. Нет? Под похер, да? Их ускармливают какие-нибудь кинетом, да, какие-нибудь? Или кто там, насекомоят? Ежам? А, похуй, у нас еще 10 тысяч таких же яиц есть, да? А ну, блин, не... Нет, ты сейчас серьезно? То есть прям какие-то протоколы лечения паукообразных, да? Да. Пиздец, блядь. Я в ахуе. Звезда в шоке. Ну да. Реально, я бы их тапком просто... Шоковая медицина? Ты болеешь, сука? Болеешь, сука? Я не люблю членистоногих просто, но... Да, я бы их всех тапком просто лечил. В один конец, как говорится. Живительная эвтаназия, извините. Мы назад возвращаемся, да? Похоже на то. А мы что, сюда чисто за цветочком ходили? Да. За лутом с цветочка, точнее. Ой. А почему тут только Кир? Вы уже Карну уехали? Жил. Таня тоже, похоже, да, Таня. А где Таня? А что, только Таня уехала, что ли? Где Таня? Ей нужно помочь, по-моему, найти дорогу. Таня, ты где? Хороший вопрос. Так, подожди. Тут трое в той стороне. Кого-то не хватает. Отряд заметил потерю бойца. Ты где? Таня спит, похоже, уже. Тань, тебя не слышно. Эй, а вы что опять вниз уехали? Я за Таней побежал. А, а Кир где? А, оба вниз уехали. Что, давайте закончим на Монфайре тут. Можно? А, так она отошла вообще. А, она же за этим. Зачем? Да, еще чуть-чуть. Сейчас все. Дойдем до бонфайра, сейчас ближайший. Он рядом. Блин, Таня же пошла Ричи запускать. Мы забыли об этом. Надо найти ее, только где она? Где до бонфайра довести. Где она его запустила? Где? Они показывают на месте. А, ты нашел ее? Угу. Стой, хрюк. Лоб копыт. Я тут пока геноцид всякой мелкой живности устраивал.
Еще одна нарарауха. Нарарауха. Красный батон. Вот они, подвинулся. Да, до костра и все, нафиг. Кирилл, ты что там? Ну ты почти сюда. Куда? 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 А куда? Закончил здесь. Так, я, куда? Блин, душ где-то там валяются. Ну, похер, ладно. Руины обители Рауха, запад? Руина беда. О, слава богу, прошла загрузка. Или нет. Или да. Че, останавливаемся тут. Угу. Ртуть сейчас будем. Уровень под повышен. Окей. На тебе собака, Кирилл. Слушай, не, она не на мне, она рядом. Она на тебе, потому что она пускает твои кроссовки. Ну, можно сказать, что сука, бля.